Септариша Филмс представляет. И на земле, и на небе. В ролях Митхун Чакраборти, Сумалата, Шилпа Широткар, Гульшен Гровер, Мангалт Хилон, Гуди Марути, Кадр Кхан и другие. Оператор Анил Тханда. Композитор Раджеш Рошан. Продюсер Раджив Кумар. Автор сценария и режиссер Вимал Кумар. Быстрее, давайте быстрее. Проходите, осторожно, осторожно. Все, можем ехать. Поехали. Сяду сюда. Конечно, детка. Бей его. Вон он. Бей, бей. Что вы делаете? Спасите! Спасите! Бей! Спасите! Спасите нас! Откройте дверь! Помогите! Спасите! Помогите! Помогите!
Выходите. Быстрее. Скорее. Быстрее. Возьми. Это тебе. Это тебе. Ай-яй-яй. Нет, нет, мой малыш плачет. Так нельзя. Когда есть я, тебя никто не обидит. Я откушу нос любому обидчику. Смейся! Смейся, как я. Ну-ка, давай. Держи. Сэр. Аслам. Как положение в городе? Ситуация под контролем. По городу расставлены полицейские посты. Сведения о беспорядках не поступает. Отлично. Сделаем так. Сообщи родителям этих детей, что их дети целы и невредимы. Пусть заберут их. Есть. Абдул. Вы ищете Абдула? Да, это мой внук. Пройдемте со мной, прошу вас. Сюда. Абдул. Бабушка. Абдул, мой мальчик. Бабушка, ты цел. Как ты, мой дорогой? С тобой все в порядке? Сынок, да благословит тебя Бог и пошлет тебе благословение. Ты спас жизнь старой одинокой женщине. Это мой внук, его родителей уже нет на свете. Ты вернул мне мое сокровище. Пусть Бог даст благополучие твоим детям. Пусть они будут счастливы. И пусть твой дом наполняет смех твоих детей. Пусть Господь хранит их жизнь. Пусть у вас все будет хорошо. Я желаю вам этого от чистого сердца. Кажется, я наговорила лишнего. Я пойду, Абдул. Попрощайся с господином. До свидания. Что это? Я благословила его детей, а он молчит, словно язык проглотил. Ни слова не сказал. Ему неприятны мои пожелания? Так что ли? Нет, тетушка. Вы пожелали счастья его детям. Но что может ответить человек, у которого нет детей? Да, тетушка. Он женат уже 7 лет. Но Бог так и не подарил ему потомство. Старший офицер Виджей Кумар. Какой же ты забывчивый. Заработался и выпустил из виду, что сегодня последний день Навратри. Каждый год в этот день мы ходим в храм Дурги. Да-да, как же я забыл. Собирайся, я сейчас же приеду. Я давно готова, вставай скорее. Так клади трубку. Встань, тогда положу трубку. Я встал. Положила. Ты? Нет-нет. Oh,
Поздравляю, господин Виджай, вы станете отцом. Куда вы? В очередь. Я к директору на два слова. 2 или 10, встаньте в очередь. Я вас прошу. Не утруждайтесь. Вы не могли бы меня пропустить? Ладно, пусть идет. Идите. Проклятые дверцы. Ты что, не видишь? Подойдешь, еще раз врежу. Ты мне нос сломаешь? Ладно, прости. Сначала дерется, потом извиняется. Здравствуйте. С кем вы там говорили? С дверцами. С дверцами? Они ударили меня по носу. Потом попросили прощения. Разве я мог не простить? Не пугайтесь, я не шучу. Все вещи разговаривают со мной. Я не прав? Да. Говорите скорее, вы по какому делу? Я пришел записать ребенка в школу. Так позовите его сюда. Позвать не могу, он еще не пришел. Вот придет, тогда я его позову. Ну а имя ребенка? Имя? У него еще нет имени. Еще нет? Нет. Это мальчик или девочка? Я еще не знаю. Не знаете? Что вы за человек? Ребенка нет, имени нет, пола не знает. А сколько ему лет, знаете? Говорите же. Нисколько. А вы случаем не того? Нет, нет, все хорошо, я в своем уме. Его дня рождения еще нет на календаре. Боже Всевышний, да что это такое? Да вы не волнуйтесь. Малыш еще не родился, но скоро это произойдет. Ребенка нет, имени нет, пола нет. Зачем же вы тогда пришли? Что поделать, нужда заставила. Куда бы я ни пришел, нужна предварительная запись, иначе не получишь место. В школе, в колледже, в больнице и даже на кладбище без предварительной записи нет свободных мест. В наше время без предварительной регистрации даже бить не будут. Послушайте, уходите. Родится ребенок, тогда и приходите. Но вы меня предварительно запишите. Запишу, запишу. Родите ребенка, я запишу его в школу. Обещаете? Да. Спасибо. Дорогой стульчик, спасибо за теплый прием. Пожалуйста. Будь счастлив. Прощай. Господи, пощади меня. Не присылай ко мне таких людей. Не присылай. Боже, спасибо тебе. Спустя долгих 7 лет наступил тот счастливый день, когда она дождалась ребенка. Господи, будь милостив к моему будущему племяннику. Сделай его добрым. Пусть он радует свою мать и приносит счастье своему отцу. И дарует свет всему миру. Дорогой цветок, Бог услышит мою просьбу. То, что просит от всего сердца, он обязательно услышит. Спасибо тебе. Я должен взять тебя с собой или оставить? Оставь, дурак! Хорошо. Зачем же так кричать? Он рассердился. Суман? Суман? Как ты, Суман? Ты счастлива? А ты? Я бесконечно счастлив. Бесконечно. Теперь я знаю, наши молитвы были не напрасны. Сэр?
Богиня, ты подарила нам сегодня тот свет, который озарил нашу одинокую жизнь. Ты подарила нам счастье. Я и Суман решили. Если у нас будет сын, мы дадим ему имя Сурадж. Этого малыша мы назовем Сурадж, солнце. Он будет освещать нашу жизнь. Сурадж. Yeah.
Сынок, все готово. Спасибо, папа. Пока, мама. Сурадж. Ты сердишься, потому что сегодня я задержалась? Ну хорошо, я прошу у тебя прощения. Обещай больше не опаздывать. Хорошо? Смотри, что я принесла тебе. Твои любимые лепешки. Все то, что ты обожаешь. Ешь, пока горячие. Не хочешь пачкать руки? Ничего. Я покормлю своего маленького принца из своих рук. Фу! Что? Это лепешки? Да это резина! Даже собака не станет есть такое, а ты мне предлагаешь. Не буду есть эту дрянь. Сынок, не сердись, пожалуйста. Это повар виноват. Теперь я сама буду готовить для тебя обед. Хорошо? А теперь поешь. Прошу тебя. Хорошо, но с одним условием. Я согласна на любое условие. Мама, завтра у моего друга Бхарата день рождения. Даже если папа будет против, ты разрешишь мне пойти? Да и подарок хороший нужен, чтобы я мог подарить ему. Хочешь еще что-нибудь? Нет, хватит. Ладно, мама, я пойду. А ты не забудь, что я сказал. Да, сынок, я помню. Пока, мама. Пока. Возьми свою лепешку. Вот что я скажу. Люби своего ребенка, но не балуй его так сильно, иначе он станет непослушным и своенравным. О чем ты говоришь? Сурадж, еще ребенок. Разве бывают дети, которые не капризничают? Капризничать и разбрасываться хлебом – большая разница. Если ребенок не прав, нужно с ним поговорить. А если он совершил проступок, даже наказать. Этому не учат в школе. Этому должна научить мать. Ты поучаешь меня так, будто у тебя самого много детей. Что такое ребенок? Что такое материнская любовь? Спроси у матери. Ладно. Как брат, я считал своим долгом сказать это. Да поймешь ты или нет, твой выбор. Да, это так, у меня нет своей семьи, собственных детей, но я видел, как рушились семьи, в которых детей слишком баловали. Брат, ты... Я пойду. Вот беда. Никто меня не слушает. Ни родная сестра, ни люди. Я все слышу. Да что с того? Стой себе на здоровье. Подумать только, дерево слышит. Веселитесь, дети. Тебе не дали маску? А ну-ка, дайте ребенку маску. Сынок, мой сынок. Твоим друзьям нравится праздник? Да, папа. Вам весело? Выпьете прохладительного. Несите детям напитки. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Сейчас подойду. Бхарат, твой папа устроил большой праздник. Да. Сурадж, твой день рождения в следующем месяце. В честь моего дня рождения я тоже закачу шикарный праздник, как и у Бхарата. Нет ничего важнее детей. Что такое? Не волнуйтесь. Я пришел за своим сыном Икбалом.
А этот славный мальчик ваш сын? Хороший ребенок. Но почему вы так рано забираете его? Вечеринка только началась, будут показывать фокусы. Мне очень жаль, но в нашей семье правило, ребенок должен вернуться домой до 8 часов. Идем. Хорошее правило. Но вам придется принять наши угощения. Спасибо в другой раз. Нас ждут дома. Вы не можете уйти без праздничного торта. Нет, нет, в другой раз. Вы меня огорчаете. Сурадж, уже поздно. Откуда ты пришел? Папа, а разве мама тебе не сказала? Сегодня день рождения моего одноклассника Бхарата. Да, она говорила. Но еще она сказала, что ты вернешься домой к 8 часам. Ну и что? Я задержался всего на 3 часа. Откуда у тебя эти часы? Это? Папа Бхарата мне подарил. Он подарил часы каждому, кто был на дне рождения. Ты знаешь, папа, они стоят 1000 рупий. А еще ты знаешь, где был праздник? В огромном 5-звездочном отеле. Потом мы играли в крикет, я сильно ударил по мячу и попал в большое зеркало. Оно разбилось. Я не нарочно, папа, но менеджер отеля стал кричать: «Кто за это заплатит?» Тогда пришел папа Бхарата и тут же выписал чек на 20 тысяч рупий. Он сказал: «Пусть дети играют, я оплачу все убытки». Сынок, родители, которые поощряют такие развлечения своих детей, очень сильно раскаиваются, когда дети вырастают в преступников. Поэтому, сынок, я хочу, чтобы ты перестал дружить с Бхаратом. Но, папа, что плохого в нашей дружбе? Она очень опасна. Будешь общаться с детьми богатых, станешь алчным, глядя на них. А алчность сводит человека с правильного пути. Подражая им, ты тоже захочешь бездумно тратить деньги. А твой папа не так богат, как отец Бхарата. Зачем читать лекцию ребенку из-за пустяков? Если Бхарат сын состоятельных родителей, то и наш сын, упаси Боже, не из нищей семьи. Да, он не из нищей семьи. Но и не сын человека, нажившего богатство нечестным путем. Знаю, но он сын не рядового человека, а старшего офицера полиции. Да-да, и поэтому я хочу, чтобы сын офицера, который получает скромное жалование, не зарился на состоятельность других. Сынок, запомни. С этого дня ты больше не будешь дружить с Бхаратом. Ты понял? Да. Здравствуйте, братец Аслам. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Это сладости от Икбала. Я поняла. Икбала 5 лучше в классе, и вы разносите всем сладости. Не совсем так. Я всего лишь делюсь радостью. А сладости буду раздавать тогда, когда Икбал превзойдет меня. Бог обязательно услышит ваши молитвы. Аминь. Да будет так. А где Джагатбай? Сегодня муниципальные выборы. Он ушел голосовать. Эй, Джагатрам. Кто это? Эй, Джагатрам. Да кто это? Это я говорю с тобой. Вот как. Так это твой голос. Говори. Я дам тебе совет. Скоро взойдет твоя счастливая звезда. Моя судьба уже прописана. Откуда возьмется моя счастливая звезда? Умнее ничего не придумал. Да слушай меня. Скорее, я занят. Ты никогда не пропускаешь выборы. И отдаешь свой ценный голос другим? Да, но... Закрой рот. Нет достойных кандидатов. Ты зря тратишь свой голос и мое время. Это правда. Вот я и говорю. Выдвинь свою кандидатуру, и ты выиграешь. Скажи это другим, тебя тут же выбросят. Послушай меня. У тебя есть все качества, чтобы быть президентом или премьер-министром. Неужели?
Мне никто этого не говорил. Почему я прежде не знал? Долго ты будешь болтать? Эй, ты, как ты разговариваешь с будущим премьер-министром? Да я тебя арестую, понял? Увидимся на следующих выборах. Удачи. Садитесь. Слушаю, господин директор, зачем вызывали? Господин офицер, с сожалением сообщаю вам, что если ваш сын не исправится, мне придется отчислить его. Предупреждаю вас. Но я не понимаю. Это журнал посещаемости. Его посещаемость всего 20%, и это за 3 месяца. Но самое удивительное, что вы, зная обо всем, не предпринимаете никаких действий. Действий? Я мог бы действовать, если бы что-то знал. Поверьте мне, ничего обо всем этом неизвестно. Тогда почему вы подписались в журнале успеваемости? Это не моя подпись. Похоже на почерк Сураджа. Господин директор, вы могли бы вызвать Сураджа? Я бы его позвал, если бы он был в школе. В его классе учится мальчик Икбал. Он сказал мне, что ваш сын ушел в кино со своим другом Бхаратом. Какой фильм? Мне понравилось. Полиция? Господин Хавилирам. Господин Хавилирам, зовите меня полным именем. Хавилирам Равалпинди Вала. Я родом из Равалпинди. А здесь мои владения. Поэтому мой отец дал мне такое имя. Хавилирам Равалпинди Вала. Послушайте, меня ваше имя совсем не интересует. Я пришел вам сообщить, что ваш сын сбежал из школы, чтобы посмотреть фильм для взрослых. Только и всего? Сходить в кино, а не преступление. Он всего лишь посмотрел фильм, но никого же не убил. В детстве все любят похулиганить. Я тоже любил ходить в кино, когда жил в Равалпинди. Да и вы наверняка озорничали в детстве. Прекратите. Я пришел спросить вас, для чего вы посылаете сына в школу? Провести время? Я тоже ходил в школу просто так. Моему сыну скучно сидеть дома. Я посылаю его в школу. Я хотел известить вас о проступке вашего сына. Но если все это с вашего ведома, то... мне нечего сказать. Суман? Суман! 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 Что случилось? Почему ты кричишь? Спроси у своего любимчика. Он уходит из дома в школу, но вместо уроков он ходит со своим избалованным другом смотреть неприличные фильмы. Сурадж, ты ходил в кино? И откуда у тебя деньги на сеанс? Я спросил, откуда у тебя деньги? Мама давала мне на пожертвования, а я их тратил на билеты. Ты тратил эти деньги? Виджай! Отпусти мою руку, Суман. Что ты делаешь? Это наш дом, а не полицейский участок. Кроме того, Сурадж еще ребенок. В его возрасте все дети шалят. Это не шалость. Это обман. Это путь, идя по которому с детства человек превращается в преступника, когда вырастает. Что ты говоришь? Зачем раздувать проблему из пустяка? Это не пустяк, Суман. Постарайся понять. Это проступок подростка, который потом перерастет в преступление. Но зачем его бить? Поговори с ним, и он поймет. Послушай, Сурадж, я объясняю в последний раз. И хочу, чтобы ты это хорошенько запомнил. Первое. Ты не будешь убегать с уроков. Второе. Ты не будешь дружить с Бхаратом и ему подобными.
Третье. Ты не будешь подписываться вместо меня в школьном журнале. Помолчи. Если ослушаешься, шкуру спущу. Так и знай. Нет, нет. Я уверяю тебя, Сурадж будет послушным мальчиком. Сурадж, сынок. Доброе утро. Еще с днем рождения тебя. Что такое? Почему ты грустный? Улыбнись. Я понимаю. Вчера папа отругал тебя, и ты сердишься. У него было плохое настроение, и он излил злость на тебя. А теперь улыбнись. Еще раз, с днем рождения. Спасибо, мама. А сейчас вставай скорее. Я тороплюсь. Тебе нужно идти в школу, а я буду готовиться к приему гостей. Когда у меня будет день рождения, я тоже закачу шикарный праздник в отеле, как и Бхарат. Сурадж? Да. Подойди ко мне. Да. Подойди. Ты так обиделся на меня за вчерашнее, что не хочешь встречаться с папой в свой день рождения? Да, я вообще-то... С днем рождения. Спасибо. Ты любишь разгулу? Да. Мой сын станет еще толще. Сегодня я покормлю тебя из своих рук. Открой рот. Я пойду. Удачи. Пока, папа. Послушай, мне нужно сделать покупки для вечеринки. Ты можешь прислать джип? Простите, мадам, это служебная машина. Не для личных целей. А вообще, Джагат и Бхагат уже пошли за покупками. 210 рупий? Да. Дядя Джагат. Дядя Джагат, проверьте счет. Дай доесть мороженое. Сколько? Что это? Чечевица. Я просил 2 килограмма. Это и есть 2. Не может быть. Спросите у него. Я взвешивал при нем. Ты заснул? Здесь не 2 килограмма. Нет-нет, именно 2. Привет, братец. Чего тебе? Этот парень обвешивает. Но как доказать? С кем вы говорите? Молчи, я говорю с весами. Доказательства есть? А ты переверни чашу, узнаешь. Ту или эту? Правую. Вот это да. Я съем тебя потом, не тай. Не буду. Что это? Обвешивать вздумал? Думаешь, тебя никто не может раскусить? Я ошибся. Простите. Ошибся. Хорошо, что весы мне все рассказали. А то я так и ушел бы домой с недовесом. А теперь скажи, сколько это стоит? Сколько за чечевицу? 20 рупий килограмм. Все, ты врешь.
Сейчас спрошу, сколько ты стоишь? Он только что продал меня полицейскому за 15 рупий. А мне поднял цену до 20. Зачем вы деретесь? Ты продал полицейскому чечевицу за 15 рупий. Откуда вы узнали? Она сама мне сказала. Сама сказала? Больше 15 рупий не дам, забирай. Дальше. Сколько стоит красный перец? 50 рупий килограмм. Спрошу-ка у него. Ты сколько стоишь? Правительство назначило мне цену 32 рупии. Что ты говоришь? Да за что же вы меня лупите? Правительство назначило цену 32 рупии. Откуда вы знаете? Перец сам сказал. Перец сказал, да. Что за чудак пришел в мою лавку? Сам ты чудак, и вся твоя родня чудаки. Все предметы разговаривают со мной. Вот как? Значит, они с вами разговаривают? Да. Как это? Они говорят только со мной. Харихаран. Что? Предметы разговаривают с ним. Сейчас с ним заговорит палка. Беги, братец, да поскорее, а не то я изобью тебя. Бей его! Бежим отсюда. Я попробую что-нибудь сделать. Старший офицер Виджай Кумар. Здравствуйте. Это ювелир Кумар Чанд. Слушаю вас. Сегодня ко мне приходил ваш сын Сурадж. Сурадж приходил к вам? Зачем? Ему нужны были деньги, и он принес мне в заклад золотой браслет. Я дал ему денег. Браслет вы можете забрать у меня. Он в целости и сохранности. Ешьте! Рис? Берите рис! Сурадж, браво! Вечеринка что надо! Идем. Папа, послушай. Иди. Что ты делаешь? Это твой подарок ребенку в день рождения? Ты называешь его ребенком? Он вор. Грязный вор. Он украл твой браслет. Но... С дороги. Послушай. Выслушай меня. Отпусти его. Иди. Сурадж. Сурадж. Мой Сурадж. Не бей его. Ради бога, не бей. Накажи меня за его проступки. Но отпусти его. Ты слышишь? Отпусти его, заклинаю тебя. Не надо его бить. Не надо. Пощади его. Не надо бить. Сурадж. Сурадж. Смотри, я принесла тебе поесть. Не говори папе. Ешь тайком. Виджай. Возьми. Нет. Возьми, выпей кофе, и злость пройдет. Можно мне сказать? Эти постоянные шлепки и крики отдаляют ребенка от тебя и ожесточают его. Я понимаю, но не знаю, что мне делать. Если позволишь, я дам тебе совет. Отдали Сураджа от дома. Отправь его в хороший интернат. Ты в своем уме? Что ты говоришь? Дай мне закончить, не перебивай. Разве он мне чужой? Смотри. Если он будет жить вдали от дома, в хорошем интернате, под надзором учителей, в компании хороших друзей, постепенно он избавится от плохих привычек и станет хорошим человеком. Если вы хотите избежать трудностей в будущем, вам придется пойти на некоторые жертвы сейчас. Ты совершенно прав. Так и нужно поступить. Я изолирую Сураджа от этой компании. Отдам его в достойный интернат. Там он получит образование и хорошее воспитание. Избежит дурного влияния. И будет находиться вдали от матери, которая слепо любит его и потакает всем его желаниям. Ты сможешь перенести разлуку с сыном? Если он сможет исправиться,
и стать честным человеком, то я готов пойти на такие испытания. Нет, я не позволю этого. Ты не посмеешь отобрать у меня сына. Он наш единственный сын. Единственный. Суман, это так, он наш сын. Но если ты его испортишь, наступит день, когда ты скажешь: у нас был сын. Не говори так. За мелкий проступок ты наказываешь его так жестоко. Это не мелкий проступок, это воровство. Возьми дело любого преступника. Первое воровство в его жизни было именно таким. Сегодня он украл твой браслет. Обнаглеет, он и банк ограбит. Нет! Почему ты так решил? Мой Сурадж на такое не способен. Не способен. Даже на солнце есть пятна. А это всего лишь человек. Сейчас он скрывается за твоей спиной. Ты его защищаешь. Когда-нибудь твое потакание погубит его. Поэтому Сурадж покинет этот дом. Это мое окончательное решение. Посмотри, Сурадж готов. Давай, садись. Идем. Возьми. Садись. Молодец, Игбал. Молодец. Спасибо, сэр. Спасибо. Тони поймали. А вы все? Жена Тони пришла. А я тебя и не заметил.
Благослови тебя Бог. Дочка, ни о чем не волнуйся. Ни о себе, ни о сыне. Мы не испытываем ни в чем недостатка. Денег дадим сколько хочешь. Только скажи, Тони, не называть наших имен. Об остальном не волнуйся. Времена сейчас нелегкие. Все проходят проверку на выносливость. Ты не бойся. Не будешь нуждаться ни в чем. Дайте что-нибудь ребенку. Все готово. Иди, детка, иди. Скажи Тони, пусть ни о чем не волнуется. Этот парень нас подставил. Бхарат, сынок, где не помогут деньги, помогут хорошие связи. Помнится, сынок комиссара полиции был твоим другом. Тот парнишка, который разбил зеркало на твоем дне рождения. Сурадж, да? Да, Сурадж. Почему ты с ним не поговоришь? Я бы поговорил, если бы он был здесь, но он еще учится. Учится? Радху Деви долой! Кто против нас? Обратиться в прах! Радху Деви! Долой! Кто против нас? Обратиться в прах! Радха Деви приставала ко мне. Если не боишься, выходи! Выходи! Я жду тебя! Выходи! Ой, что здесь происходит? Я вас спрашиваю. Вы приехали сюда на пикник и пристаете к приличным парням? Эй, ты, Радха? Наедине такая смелая. А теперь за спины подруг прячешься. Если посмеешь, выходи. Эй, ты, крикливый осел. Что ты так разорался с утра пораньше? Я к тебе приставала? Я тебе подмигивала? Думаешь, у меня других дел нет, кроме как бегать за тобой? Увидела тебя и давай подмигивать? Так, что ли? Замолчи. Еще одно слово, и я тебя так отделаю, что станешь похожей на инжир. Да. Эй, ты, посмеешь тронь меня? И если я не сделаю из тебя коктейль, не называйте меня Радхой. Успокойтесь вы оба. 125 дней прошло с тех пор, как я пришел в этот колледж. И опираясь на опыт этих 125 дней, могу сказать, что такая милая девушка, как Радха, не может приставать к такому парню, как ты. Что скажешь? Это верно? Радха. Хватит трястись, сломаешься. Кишор прав. В нашей группе много красивых парней. Радха никого не трогала. Зачем ей приставать к тебе? Мадам говорит правду. В присутствии таких красавцев, как я, Радха не может приставать к такому бандиту, как ты. Понял? Нет. Что ты сказал? Я бандит? Я не бандит. Ты что думаешь, я сказал неправду? Слышал? Я сказал неправду? Перестаньте, пожалуйста, я прошу у тебя прощения. Прошу, прости меня. Прости. Почему ты просишь прощения? Ты ко мне приставала? Ты мне подмигивала? Пусть извинится та, которая мне глазки строила. Что мне с этим делать? А вам ничего и не надо делать. Радха, дорогая, извинись. Мы приехали сюда на экскурсию. Нам нельзя ни с кем ссориться. Извинись перед ним. Еще чего не хватало. Я извинилась бы, если бы действительно к нему приставала. Тогда извинилась бы. Будем считать, что приставала. Очень тебя прошу, извинись перед ним. Умоляю, извинись, пожалуйста, извинись. Пожалуйста. По просьбе мадам, прошу прощения. Разве это извинение? Если собралась извиняться, скажи это там, где приставала ко мне. Я этого не вынесу. Послушай, мы все извиняемся перед тобой. Не нужно этого. Меня одной достаточно. Я пойду одна. Понятно? Вот как. Да. Ну так идем. Иду. Так иди. Иду. Так проходи. Я приду. Приходи. Приду.
Сурадж! Я люблю тебя, Сурадж. И я тебя. Сурадж, завтра заканчивается наша экскурсия. Мы встречались с тобой под разными предлогами. А теперь мы увидимся в Бомбее. Мы расстаемся днем, прощаясь срочно. Мы встретимся с тобой, но только ночью. Что? Ты говоришь правду? Конечно, я говорю правду. Ты что, обиделась? Я же пошутил. Не ходи туда, мошки ядовитые. Я же сказал тебе, не ходи, это опасно. Ну и что? Тебе-то что? Зуд только усилится, выходи. Скажи, что ты пошутил. Клянусь тебе, это шутка. Давай, выходи оттуда. Выходи, скорее. Смотри, это листья. Нужно натереться ими, и зуд пройдет. Ложись, ложись. Choo-kai, badal-badal-kai,
ابھی تو قائل کیا بات تجھ میں دیکھی دل تجھ پہ ہوا مائل کیا بات تجھ میں دیکھی دل تجھ پہ ہوا مائل Страшно. Столько времени прошло. Надеюсь, они не убили друг друга. Надеюсь на это очень. Можно я скажу? Говори. Опыт моих 124 дней подсказывает мне... Ты же говорил 125, а теперь 124? Дело в том, мадам, что я один день просто проспал. Так вот, Радха не враждует с этим парнем, а дружит. Что ты сказал? Радха прикинулась его врагом и всех одурачила. А сама с этим парнем встречается. О, нет! Мадам, мы можем пойти туда и убедиться в этом. Идем. Идемте. Они где-то здесь. О, боже. Держи меня. Теперь тяни. Чтоб ты провалился. Где они? Тут их нет. Теперь они точно убили друг друга. Я уже устала их искать. Устала, очень устала. Тогда вы можете посидеть здесь, а я смотрю все вокруг, а потом вам доложу. Что скажете, мадам? Доложит он. Совсем заморочил мне голову. Нашел, мадам, я нашел их. Я нашел их, нашел. Они там, за теми кустами, сидят в обнимку друг с другом. Да? Да, идемте. Вот, смотрите. Видите, мадам? Вот, получи, получи, вот тебе. Эй, что ты мне сказал? Они обнимаются? Он бьет мою девочку. Разнимай их. Разнимайте их. Пустите меня! Я выпущу из него кровь! Ты кровожадная девица! Хватит! Остынь! Чем вы тут занимаетесь? Убить друг друга решили? Хватит! Хватит! Успокойся! Идем со мной! Идем! Немедленно! Идем! Тебе повезло! Только попадись ты мне в Бомбее! Мой адрес — апартаменты Сангит, квартира 7, Тара Роуд! Запиши мой! Апартаменты Шринатх, квартира 601, Локхандвала, комплекс, поняла? Тебе повезло! Тебя спас этот бульдозер! Что? Это кого ты назвал бульдозером? Пойдем отсюда! Он опасный тип! Апартаменты Сангит, квартира 7, Тара Роуд. Быстрее, давайте быстрее. Сурадж сейчас приедет. В этот день я хочу, чтобы наш дом сиял как солнце. Сегодня, спустя много лет, сын возвращается домой. Свет моих очей. Бхагат, ты все почистил? А его фотографии достал? Когда ты принесешь мне гирлянду цветов? Быстрее.
А где Суман? 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 Что такое? Почему ты так кричишь? Ты приготовила его любимые блюда? Да. А его любимые сладости? Да, конечно, и сладости тоже. А остальное? А вот и гирлянда для приветствия Сураджа. Знаешь, я никогда не видела тебя таким. Суман, я так счастлив, что сын возвращается, что совсем обезумел. Осторожнее. Не надо так волноваться. Все уже готово. Посиди спокойно. Спокойно? Как я могу сегодня сидеть спокойно? Мой сын возвращается домой спустя столько лет. Он был вот таким, когда я, скрипя сердце, отправил его из дому. Теперь он вырос. Как знать, узнает ли он своего отца-старика? Что ты говоришь? Как он может тебя не узнать? Останови машину. Хозяин, приехал младший хозяин. Выходи. Что ты так смотришь? Все такое же, ничего не изменилось. Ничего. Конечно, изменилось. Чтобы понять человека, нужно узнать, что он чувствует. Чтобы узнать дом, нужно войти в него. Входи смелее. Ну же, не заставляй ждать. Хагат? Здравствуйте, младший хозяин. Здравствуй, как ты? Все замечательно. Вот и хорошо. Сурадж. Сурадж. Как ты, мама? Все хорошо. А ты как? Какой есть перед тобой. Ты не бросил свои шутки. Твой отец тебя очень ждет. Смотри. Сынок. Живи долго, сын. Живи долго. Пусть Бог сделает тебя счастливым. Целых 12 лет я мечтал о том миге, когда смогу благословить тебя. Благословить за что? Благословляю тех, кто прикасается к стопам. А я наклонился не к твоим ногам. У меня зажигалка упала. И я ее поднял. Вот она. Что такое? Откуда у меня синяк? Слушаю вас. Кто говорит? Эй, мистер. Здравствуйте. Вы помните, давным-давно я приходил к вам записать ребенка, который еще не родился? Да, я вас помню. Ну как, родился ребенок? Да, много лет назад. Мальчик или девочка? Что? Он или она? Мальчик, родился мальчик. Поздравляю с мальчиком. Женился? Нет, он все еще холост. Я не про него спрашиваю, вы женились? Нет, я все еще холост. Холост? Что вы делаете? Тетя, тетя. Здравствуйте, дядя. Тетушка, я ухожу. Будь осторожнее. Радха... Она моя племянница, я ее тетя, а в колледже ее учитель. Ее родители погибли в автоаварии. С тех пор Радха живет у меня. А вы как здесь оказались? Рассказывайте. Пришел пешком. Я имею в виду, зачем пришли? Я... Можно присесть? Садитесь, пожалуйста. Дело в том, что много лет назад я ходил на голосование.
урна для голосования мне и сказала, а почему бы тебе не выдвинуть свою кандидатуру? Кто сказал? Урна для голосования. Урна? Да, я выставил свою кандидатуру, начались выборы, и мы с урной поругались. Что? Вы поругались с урной? Да, я сказал, что последовал ее совету, как мне теперь быть? И бедняжка сказала: «Джагатбай, любой ситуацией можно управлять, любую стратегию просчитать. Но человек такое животное, которое нельзя понять и предсказать его поступки. Он говорит одно, а делает другое. Чтобы победить хитрость человека, нужно раскусить его. Поэтому я и пришел к вам». Я не понимаю, что вы говорите совсем. Ладно, неважно. Вы можете позвать ваших Дева Ананда и Амитабха Бачана? Вы имеете в виду этих двойников? Зачем они вам? Ну, это я вам потом расскажу. Эти парни не живут в моем доме. Они проживают в общежитии при колледже. Приходите завтра в офис. Я одного не могу понять, какое отношение мы имеем к политике. Вот в чем вопрос. Осторожно, упадет. Да. У вас очень тесная связь. Диди? Да, Диди, а кто это? Диди, значит, дубликат Дева Ананда. Оставим имя. Лучше скажите, какое отношение мы имеем к политике? Дорогой Амитабх, политик и лидер имеют много общего. Если политику нужно срочно получить место в парламенте, он использует помощь актеров. Потому что речи политиков отпугивают публику, а актер привлекает ее как магнит. Поэтому я решил, возьму эту парочку с собой на выборы. Вам нужно обратиться к настоящим актерам. Зачем вы пришли к нам? Потому что настоящих уже позвала оппозиция. К тому же наш народ очень любит подделки. От продуктов до лекарств, от товаров до чувств. Все, подделка. Ну вот я и подумал пригласить фиктивных актеров. Все равно и выборы тоже фальшивые. Верно говорю? Вы совершенно правы. Я прав. Я поздравляю всех тех офицеров, кто получил правительственную награду. Но сейчас мне хочется особенно отметить одного молодого офицера, который получил особую награду. Этот молодой офицер являл собой пример для своих соратников. Имя этого доблестного защитника Отечества — старший инспектор Икбал. Я попрошу комиссара полиции господина Виджая Кумара лично вручить почетную правительственную награду этому выдающемуся офицеру. Твоя мама будет счастлива увидеть тебя с этой медалью. Это результат ее воспитания. Аслам, я поздравляю тебя с успехом, Икбал. Спасибо, сэр. Икбал? Простите, сэр. Могу я спросить? Да, конечно. Что ты почувствовал, когда салютовал своему сыну? Сэр, никогда в жизни я не был так счастлив, как сегодня, когда отдавал честь своему сыну. Каждый отец мечтает, чтобы его сын заслужил больше почета и уважения, чем он сам, и продвинулся по службе дальше его самого. Наверное, это самое высшее счастье на свете, когда отец не ревнует, если сын добивается большего успеха, чем он. Наоборот, он гордится своим сыном. Дай Бог каждому отцу такого сына.
Что случилось? Почему ты стоишь тут один? Я смотрю на солнце. Скоро оно закатится. И все вокруг поглотит тьма. Ну и что? Завтра утром это же солнце взойдет снова, рассеет тьму и засияет яркими лучами. Если бы наш Сурадж был похож на солнце. Так и будет. Наш сын принесет свет в нашу жизнь. Нет, Суман. Наш сын пошел неверным путем и заблудился в темноте. Бесполезно ждать от него света. Не говори так. Я говорю как есть. Сегодня я вспомнил слова старейшин. Нет ребенка, одно горе. Когда ребенок рождается и умирает, другое горе. Но если он становится плохим, нет горя хуже этих страданий. Нет, это не так. Ты просто расстроен. В юном возрасте ты отправил его в интернат. Возможно, поэтому он сердится на тебя. Поговори с ним по-хорошему. Объясни ему. Он должен чем-нибудь заняться. И вот увидишь, он совершенно изменится. И вернется на верный путь. Я говорю правду. Но где же наш Сурадж? Phoolon ka yaaro, dekho jigar, jeete hain ek hi
Бхарат? Сурадж? Сурадж. Привет, пап. Привет, сынок. Как твои дела сегодня? Отлично. Папа, узнаешь его? Зрение мое слабло, но ум еще ясный. Я помню этого парня. Разве можно его забыть? Это же сын комиссара. Вот здорово. Какая у тебя память? Ты не забыл его? Сынок, я помню свое детство в Равалпинди. Как же я могу забыть твое детство? Это же он разбил зеркало на твоем дне рождения, верно? Проходи, садись. Я никогда не делал разницы между тобой и своим сыном. Хочешь сока? Сейчас принесут. Нет, спасибо. Мы только что ужинали. Хорошо. Как жизнь? Чем ты теперь занимаешься? Рассказывай. У него пока нет занятия. Сынок, ты ничем не занимаешься? Я ищу себе занятия, но не хочу служить. Хотел бы открыть свое дело, но для этого... Нужно... В Бомбее для этого все есть. Если человек трудолюбив, с горячим сердцем и твердым желанием, у него все получится. Да, но чтобы начать дело, нужны деньги. Что такое деньги? У тебя есть я, как джин из бутылки. Потрешь ее, и получишь деньги, сколько пожелаешь. Ты только скажи, сколько тебе нужно, и скоро будешь купаться в роскоши. Ну, говори. Большое спасибо, дядя. Когда мне нужны будут деньги, я приду к вам. Если ты не зайдешь, я сам приду к тебе, сынок. Да, папа. Развлеки своего друга. Отведи его в лучшие места. Держи деньги. Идите отдыхайте. Ты что, не видишь? Это твоя парковка? Моя машина приехала раньше. Эй, ты, повежливей. Сам нарываешься и учишь вежливости? Убери машину. А если не уберу? Мы знаем, как проучить богатеньких. Thank you.
Сурадж. Погоди, присядь, сын. Я хочу поговорить с тобой. Сурадж, когда сын поскользнется, страдают его родители. Ты поймешь это, когда сам станешь отцом. Сынок, если человек осознает свою ошибку и искупает свою вину, его можно простить. Общество может принять его обратно и вернуть ему доброе имя. А я твой отец. Сурадж, долг родителей — воспитать детей, дать им образование, помочь им выйти на правильный путь. Это мы и сделали. Когда ребенок вырастает, он должен выполнять свои обязанности сам и твердо стоять на ногах. Сынок, сейчас я занимаю пост комиссара полиции. Однако до сих пор я ни разу не воспользовался служебным положением и никого ни о чем не попросил. Но сегодня я впервые попросил у господина Раблала помочь тебе с работой. Он готов взять тебя в свою транспортную компанию менеджером. Для начала он будет платить тебе 4000 рупий. Как забавно. Я работал всю свою жизнь и только сейчас получаю такое жалование. А ты получаешь столько с самого начала. Жалование в 4000 рупий. За такое жалование я хочу содержать слуг. Сурадж? Спокойно. Не надо так кричать. А не то голос сорвешь. Ты называешь эту сумму с такой гордостью, будто это несметное богатство. Да. И что ты там говорил про родительские обязанности? Воспитание, образование и так далее. Так вот, что я хочу сказать. В наше время, когда ребенок вырастает, то право решать, что ему делать в жизни, есть только у него. У него, а не у родителей. Тебе ясно это, папочка? Или не совсем? Прости меня. Из-за меня тебе пришлось выслушать такие горькие слова. Но все равно не знаю, почему. Мое сердце верит, что однажды Сурадж вернется на правильный путь. Обязательно вернется. Да. Почему вы так заразительно смеетесь? Ну-ка, парень, расскажи мне, в чем дело? Расскажи. Отец. Отец нашел мне работу с жалованием в 4000 рупий. И что ты сказал ему? Я ответил, что такую сумму я собираюсь платить своим слугам. Он, должно быть, очень рассердился, когда услышал это. Еще как. Он был вне себя от ярости. Он задумался, как это сын смеет так с ним разговаривать. Сказать по правде, я сегодня очень счастлив. Приди в себя, парень. Ты совершил большую ошибку, расстроив своего отца. Ошибку? Нельзя враждовать с комиссаром полиции, который управляет законом и имеет большую власть. Я вас не понимаю. Понять это нетрудно. Когда две страны забывают свою вражду и заключают перемирие, они преследуют свои интересы. Вот что скажу тебе. Послушай моего совета, пойди к отцу, упади ему в ноги и проси прощения. Мне просить у него прощения? Ты богатый принц, что тебе стыдно попросить прощения у отца? Суман. Суман. Где моя папка? Лежит на столе.
Отец, я виноват перед тобой. Не знаю, как просить у тебя прощения. Я не смею появиться тебе на глаза. Твой сын, Сурадж. 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 Прости меня, отец. Я причинил тебе много боли. Я обидел тебя. Прости. Прости своего непутевого сына, пожалуйста. Прости, отец. Сынок, я не верю своим глазам и ушам. Все это похоже на сон. Сын, который не хотел меня слышать и причинил мне страдания, теперь просит прощения. Отец, это я, несчастный страдалец. Всю жизнь я приносил горе своему отцу. Не считался с его чувствами. Хватит, сынок, хватит. Меня переполняют эмоции, и я так счастлив. Боюсь, что мое сердце не выдержит такого сильного чувства радости. Отец, ты говорил о работе у господина Рамлала. Я буду у него работать. А я уж было совсем отчаялся, сынок. Но судьба сжалилась надо мной, и мой сын образумился. Кто же это сделал? Девушка. Девушка? Да. Ее зовут Радха. Сурадж любит ее и хочет жениться на ней. Жениться? Да. Что ты так смотришь, будто это горе? Я же говорила, как только он ощутит ответственность, он сам собой вступит на правильный путь. И вот перед нами другой Сурадж. Он стал взрослым и ответственным. Но сначала работа. А потом свадьба. Поговори с господином Рамлалом. Я сегодня же встречусь с ним. Сегодня же. По такому случаю, ваши любимые сладости. Хочешь, чтобы я растолстел? Сэр. Садись. Спасибо, сэр. Что это, машинистка сегодня не пришла? Сэр, давайте я напечатаю. Мне не трудно. Нет, нет. Напечатать это моя обязанность. Ваша? Почему? Что-то особенное? Да, особенное. Самая важная вещь в моей жизни. Сынок, мои мечты начинают сбываться. Сурадж женится, понял? Сурадж женится? Да. От всей души поздравляю вас, сэр. Это приглашение на свадьбу. Я сам их печатаю, сам буду раздавать. Но почему вы? Позвольте мне. Нет, сынок. Для меня эти приглашения самые главные в жизни. Я должен вложить в них свою душу, иначе они останутся простыми клочками бумаги. Вы правы, сэр, сделайте это сами. Долг родителей, счастье их детей. А когда же свадьба? В эту субботу. Time.
कितनी सुंदर देख देख कर भरते नहीं है नैना भाभी ऐसी आई के जैसे आई हो मेरी बहना कुछ पास हमारे बहू के रूप में बेटी आई है आज हमारे द्वारे बेटी माना मैंने तुझको मुझसे क्या शर्माना आज खुशी में नाच तू बेटी नाचे साथ जमाना Thank you.
Что случилось? Мне страшно. Почему? Это же моя первая брачная ночь. Поэтому. Что? Да. Я рад. Значит, это твоя первая брачная ночь? Эй, дурочка. То есть умница. Это же не день рождения, который бывает каждый год. Первая брачная бывает один раз в жизни, а не сто. Значит, у тебя это тоже первая брачная ночь? Да. Это конец. Почему? У тебя первая, у меня первая. Что будем делать? Мой дядя еще не женат. Но он мне сказал, сначала сними украшения. Почему? Они колются. Тогда снимай. Спасибо. Сказать не могу. Могу показать. Сурадж. Ранджит? Да. Возьми. Доставь в Мадрас. И будь осторожен. Не волнуйтесь, обычное дело. Что так смотришь? Я не смотрю, я думаю. Ты приехал сюда поздно ночью и в этом пустынном месте дал этому парню пакет. Мог позвать домой и там вручить. Есть какая-то особая причина? Да, особая. Такие вещи передаются в темноте, не в укромном месте. Не среди белого дня. Знаешь, сколько стоит этот пакет? 150 тысяч рупий. А знаешь, что в нем? Наркотики. Да, я понял, но... Все-таки... Да к черту эти «но». Закончим дело и выпьем кофе. Сурадж? Сурадж? Добрый вечер, отец. Добрый вечер. Как твоя работа, сынок? Все отлично. А что у тебя в руках? Ну, что она? Ну-ка, покажи, что такое.
Что ты пристал к молодому парню? Он несет гирлянду цветов своей жене. Так почему он не покажет ее мне? Он принес ее своей жене. Зачем тебе смотреть? Почему? Вспомни себя в молодости. Когда ты приходил ко мне с гирляндой, и кто-то хотел на нее взглянуть, тебе это не нравилось. Иди, сынок. Невестка заждалась тебя. Куда ты засмотрелась? Твой любимый здесь? Какой ты бесстыжий! Что ж тут стыдного? Для твоих красивых волос я принес эти цветы. Надень их скорее. Мне не терпится. Что не терпится? Нужно объяснять подробно. Нет, нет, я поняла. Надевай. Давай же. Не могу больше. Что ты там делаешь? Послушай. Говори. Ты не можешь сходить в туалет по дороге. Каждый раз ты приходишь домой и говоришь, что не терпится. Что ж я поделаю? Ты пока покрасуйся в зеркале, а я быстренько сбегаю. Я мигом. Господин Варма, сколько шлемов в день вы выпускаете? 5000. И все 5 отгружаете мне. 5 нужно превратить в 10. Наращивайте объемы производства. В чем дело? Доброе утро, отец. Входи, сынок, проходите, мои дорогие. А ты ступай. Ко мне пришли. Вы оба роскошно выглядите. Садитесь. Вы вспомнили обо мне что-то особое? Конечно, особое. Люди ходят к астрологам, чтобы узнать, когда они разбогатеют, когда у них будет машина или дом. А тебе все дается просто и сразу. Таких называют счастливчиками. Тебе повезло. Одним махом ты получишь и машину, и шофера, и дом со слугами, которым будешь платить 4000 рупий. И твой дядя тебе в этом поможет. У меня есть план. С кем? Какой план? Все расскажу. Сурач? Сурач? Сурач, сынок, что случилось? Почему ты плачешь? Мама. Один мой друг умер. Как? Он ехал по гоночной трассе на мотоцикле и врезался в столб. Он скончался на месте. Если бы закон был строгим, мой друг был бы жив. Его пожилые родители переживают страшное горе. Закон строже? А при чем тут закон? А при том, если бы он был в шлеме, он не получил бы травму головы и был бы жив. А его родители не убивались бы от горя. Почему полиция не обязывает водителей носить шлемы? Если бы я был комиссаром, если бы я мог, я бы издал закон, чтобы все, кто ездит на мотоциклах, обязательно носили шлемы. Если бы это было в моей власти, такой закон был бы принят. Но тут я бессилен. Это решает комиссар транспортной полиции. Отец, ты говоришь так, будто не знаком с комиссаром Гуптой. Сурач прав. Такие аварии происходят каждый день. Гибнут люди. Семьи теряют своих сыновей, мужей, братьев. Что плохого в том, что будет принят закон об использовании шлемов? Что ж, не отчаивайся, Сурач. Я что-нибудь сделаю. Садитесь, прошу вас. Спасибо, сэр. Почему средства массовой информации созвали эту пресс-конференцию? Простите, сэр. У нас есть несколько вопросов, на которые можете ответить только вы.
Задавайте. Почему вопрос об обязанности мотоциклистов надевать шлемы вы неожиданным образом направили комиссару транспортной полиции? Чтобы предотвратить возможные несчастные случаи. Сэр, закон должен быть детально обсужден. Почему на его принятие вы дали всего сутки? Чем быстрее выйдет этот закон, тем лучше. Каждый день в авариях погибают люди. Полиция заботится о безопасности жизни людей. Этот закон полезен народу, а полиции никакой выгоды нет. Поэтому он должен быть принят. Выгода есть. Вот поэтому мы и собрали здесь пресс-конференцию. Сэр, в день, когда принимался закон, в магазинах не было ни одного шлема. Все шлемы были проданы господину Хавелираму. Он стал реализовывать их по двойной цене и заработал на этом миллионы. Люди говорят, что в этой сделке замешаны вы или же члены вашей семьи. Молчать. Думайте, что говорите. Ваши слова я считаю оскорблением. Вы подозреваете меня в грязных махинациях. Простите, сэр, а правда ли, что идею закона о шлемах вам подсказал ваш сын? Да. Почему? Друг моего сына, который был единственной опорой для престарелых родителей, ехал на мотоцикле, ударился о столб и скончался от травм. Я уважаю ваши чувства, господин комиссар. Сожалею, что приходится говорить вам это, но ваш сын Сурадж вам солгал. Солгал? Да, солгал. Никто из его друзей не попадал в аварию и не умирал. А правда в том, что ваш сын стал партнером Хавелирама по бизнесу. Это хитрый ход Хавелирама. Он подговорил вашего сына, а тот сыграл на ваших чувствах и рассказал вам придуманную слезную историю. А ночью они доставили все шлемы в магазины и наутро продавали их по 150 рупий. В результате было продано около 125 тысяч шлемов. На этом они выручили несколько миллионов. Вы что, не знали об этом? Сэр, я сделал запрос, как вы и просили. Я искал во всех записях всех полицейских участков. Но на прошлой неделе на гоночной трассе не было никаких аварий мотоциклов, и никто не разбивался. Значит, Сурадж обманул меня. Да, сэр. И не только в этом. Он сын комиссара полиции, и ни один полицейский не осмеливается его проверить. И он превратил ваш дом... Он... Что? Во что он превратил мой дом? Говори, Аслам. Он сделал из него склад для хранения незаконных товаров. Это правда, сэр. Да. Твой сын обманул меня. А я поддался на обман твоего хорошего сына. Он разыграл из себя честного и порядочного человека. А я поверил его фальшивому раскаянию. Он воспользовался моим доверием и нанес мне удар в спину. Я снова скажу. Кто-то хочет поссорить тебя с Сураджем и сыграть на этом. Этот прохвост сам обманет кого угодно. Разве можно играть им? Он рассказал мне фальшивую историю о своем друге и заставил меня принять закон о шлемах. А сегодня я узнал, что вместе с Хавелирамом он спекулирует этими шлемами. С Хавелирамом? Да. С этим спекулянтом и преступником Хавелирамом. Он и наш сын торговали шлемами по двойной цене и нажили миллионы. Он втоптал в грязь честь и репутацию, которую я зарабатывал всю свою жизнь. Лучше бы он просто застрелил меня. Ради Бога, ради всего святого, не говори так. После того, как я узнал, что наш сын стал преступником и спекулянтом, а его имя красуется в полицейских регистрах, я должен успокоиться. Ответь мне,
Этот дом я построил на честно заработанные деньги и сделал его храмом истины. А он осквернил его своими грязными делишками. Твой сынок превратил его в хранилище незаконных товаров. Зная все это, я должен замолчать? Нет. Я умоляю тебя, успокойся. Нехорошо, если невестка услышит. Возможно, ты не знаешь, она беременна. Что мне делать, Суман? Что делать? Гнев, который копился во мне годами, сейчас выливается, как лава вулкана. И в этой лаве гибнут все мои мечты, моя вера и чувства. Теперь меня с Сураджем связывают только одни узы. Полицейский. И преступник. Невестка. Невестка. Радха. 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 Аслам. Аслам. Сэр. Выполняй свой долг. Есть, сэр. Вы проверьте там. Есть? А вы там. Есть. Радха. Матушка. Сержант, откройте крышку. Сэр. В гирлянде наркотики? Аслам. Сэр. Сэр. Наша информация оказалась достоверной. Смотрите, наркотики в гирлянде. А вот еще. Я обыщу другие комнаты. Да. Сержант. Мама! Что происходит? Я тебе скажу. Здесь происходит то, чего никогда не было. В доме полицейского комиссара, посвятившего свою жизнь служению закону, вершились преступления. Под этой крышей найдены незаконные товары. Сегодня впервые в жизни я переживаю такой позор. И причина всему ты. Я? Не притворяйся. Аслам. Сэр. Преступник стоит перед тобой. Арестуй его. Есть, сэр. Thank you.
Арестовать его. Вы можете арестовать меня позже. Сначала скажите, что вам предложить, горячее или прохладительное. Я пришел сюда не ради твоих напитков. Я собираюсь надеть на тебя наручники. Это я знаю. Разве может отпустить нас тот, кто не пощадил даже своего сына? Я думал об этом как раз перед тем, как вы пришли сюда и заранее внес за себя залог. Адвокат? Прошу. Да, сэр. У вас все готово? Да, сэр. Вот. Можете проверить. Официальный документ. Сэр, чем более строгий закон вы издаете, тем легче его обойти. Уж такие дела, сэр. Я совершил ошибку, Хавелером, и не принес ордер, запрещающий залог. Я вернусь с ордером, и мы снова встретимся. Очень скоро. Уважаемый, сыночка, не хотите повидать? Сурадж, сынок, твой папочка пришел. Ты думал, что посадил меня лет на 7? Так ведь? Но я вышел. Благодаря ему, ему и ему. О чем сожалеешь? Ты все делаешь за моей спиной. В детстве за мелкие шалости ты отправил меня в интернат на целых 12 лет. А сейчас, когда я решил встать на ноги и заняться своим делом, ты попытался упрятать меня за решетку. Но тебе не повезло. Благодаря этим людям твоей мечте не суждено сбыться. Я слышал, что и в доме праведника может родиться дьявол. А сегодня я увидел это своими глазами. Эй, ты, проповедник добра и зла. Ты при исполнении. Прежде чем лепить ярлыки, найди улики. А не то останешься без мундира. Так и знай. Сурадж! Спасибо. Спасибо. Ты еще помнишь мое имя? А я-то думал, что ты позабыл родство отца и сына. Как я могу позабыть это родство, сынок? Сейчас я ощущаю его как никогда. Что такое долг, я понял именно сегодня. И то, как может отец гордиться своим сыном или стыдиться его. Моя ошибка, сынок. Страшная ошибка. Когда ты подделывал мою подпись в школьном журнале, мне не следовало тебя ругать. Нужно было похвалить. Когда ты украл браслет, мне не стоило бить тебя. Мне нужно было порадоваться за тебя и твой благородный поступок. Браво, сынок. Браво, молодец. А когда ты обманом заставил меня ввести закон о шлемах, а сам занялся спекуляцией, мне нужно было испытывать огромную отцовскую гордость за тебя и даже стать твоим напарником в бизнесе. А когда ты спрятал наркотики в нашем доме, я не должен был называть тебя преступником. Мне следовало помочь тебе стать крупным наркоторговцем. Только дело в том, сын мой, что ты никогда не обращался к отцу за помощью. Поэтому с этой минуты тебе лучше избегать встреч со мной. И лучше не попадаться мне на пути. Я все сказал.
Прощай. Он спятил. Он совсем ненормальный. Когда он бил меня в детстве, в моей душе появилась глубокая рана. Сегодня эта пощечина разбередила мою рану. Теперь будет весело. Что это такое? Почему ты сидишь здесь? Идем в дом. Нет, сынок. Сегодня я пришла просить тебя о милости. А те, кто пришел просить, ждет снаружи, не переступая порог дома. О чем ты говоришь? Ты видишь эти руки? Они всегда заботились о тебе, защищали тебя. Когда ты родился, они баюкали тебя в колыбели, укрывали тебя от жары и холода, осыпали любовью и заботой, водили тебя за руку, учили ходить. А сегодня я пришла просить плату за всю ту любовь и служение, которое я дарила тебе всю свою жизнь. Сынок, идем домой. Нет, мама. Проси у меня что угодно. Даже мою жизнь. Но я не вернусь в тот дом, где живет этот надменный человек. Почему ты так называешь своего отца? Разве у отца нет права остановить сына, уберегая его от ошибок и неверных шагов? Мама, я дал клятву, что комиссар Виджей Кумар склонит передо мной голову. Я сломлю его гордость. И в тот день, когда мне это удастся, я вернусь домой. Но только тогда. В тот день я сама дам тебе пощечину и выгоню за порог нашего дома. Так и знай. Сурадж, ты говоришь, что отец склонит голову? Я видела голову моего мужа, склоненной только один раз. Когда ты родился, он нагнулся, чтобы тебя поцеловать. Если бы даже в тот день он не делал этого. Запомни вот что, мистер Сурадж. Человек по имени Виджай Кумар, честный и преданный своему делу офицер. Он скорее потеряет голову, чем склонит ее. Слушай. Тот, кто попытается противостоять ему, горько об этом пожалеет. И запомни мои слова навсегда. Алло, отец. Комиссар Виджей Кумар и с ним отряд офицеров. Они обыскивают наш склад. А фабрику производства шлемов? Они и туда добрались. Товар не нашли? Весь товар у них, папа. Это конец. Это конец. Что вы стоите? Сделайте же что-нибудь. Этот Виджай Кумар меня заживо сожрет. Он так взялся за меня, что теперь не отпустит. Он отправит меня за решетку, наденет на меня тюремную пижаму,
Помогите мне. Вы же министр. Сделайте что-нибудь. Что поделать, господин Хавелирам? Мы, министры, можем помочь вести бизнес. Но если комиссар Виджай Кумар кого-то арестует, мы бессильны. Но я слышал, что комиссар приготовил ваше дело и собирается передать его в суд. Проклятие, если дело будет отправлено в Дели, не миновать мне наручников. И придется мне наслаждаться тюремным воздухом. Нет, дядя. Пока я жив, наручники на вас никто не наденет. Что ты говоришь? Твой папаша преследует меня. Он испортил мне жизнь, а теперь покушается на мою свободу. Я считал тебя своим сыном, этого он и не может мне простить. Он будет мне мстить. Если он мстит вам из-за меня, то за вас отомщу ему я. Обнимите меня. Обнять? Сегодня праздник какой-то. Я прошу вас меня обнять. Бхарат? Ну, давай, обниму. Что случилось? Что это? Ты и Хавалирам? Вместе? Это чья-то игра. С целью опозорить тебя. Кто это сделал? Кто это сделал? Это наша родная кровь. Алло. Алло. Господин Виджай, да, сэр. Вы видели утренние газеты? Министр уже несколько раз звонил мне, я не знаю, что ему ответить. Еще с вами хочет встретиться министр юстиции по делу Хавелирама. Дело не терпит отлагательств. Да, сэр, я сейчас буду. Матушка! Матушка! Что случилось? Ее нужно отвезти в больницу. Комиссар, так поздно ночью. Простите, сэр, вы не расписались в журнале. Сэр так быстро вернулся, да еще в мундире. Салман. Да, сэр. Ты на посту? Да, сэр. Кто сломал печати на секретных документах? И где дело Хавелирама? Сэр, вы только что унесли его с собой. Я унес? Ты с ума сошел? Сэр, 5 минут назад вы забрали дело, сержант-свидетель. И в журнале вы расписались. Вот, смотрите, сэр. Да,
Алло, дядя. Это я, Сурадж. Мне удалось забрать дело из сейфа. Я еду к вам. Да. Нет, нет, не приходи ко мне домой. Сынок, если ты придешь сюда, твой папаша явится. Давай сделаем так. Поезжай с папкой куда-нибудь в тихое местечко и пережди там. Там полиция не так активна, как в городе. И уезжай поскорее. Так будет надежнее. Уж поверь мне. Уважаемый, чем могу служить? Где документы? Я спрашиваю, где документы? Откуда мне знать, где документы? Куда девалась папка? Я не знаю, ничего не знаю. Возьмите мой дом, мои деньги. Только отпустите меня. Я завещаю все вам. Я спрашиваю, где папка? У меня ее нет. А у кого она? У Сураджа. Где Сурадж? Я не знаю. Помогите. У меня астма. Я могу умереть. Где Сурадж? Держите меня, держите. Кто-нибудь позвоните министру. Конец мне. Мне трудно дышать. Мои лекарства. Где Сурадж? Говори. Сурадж бежит из города. Куда, не знаю. Держите меня. Этот комиссар совсем рехнулся. Я поставлю его на место. Вот увидите. Контрольный пост. Да, сэр. Это Виджай Кумар. Разыщите машину с номером MAS-6697. Перекройте все выезды из города. Мадам, вам звонят. Алло. 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 Это миссис Виджай Кумар? Да, это миссис Виджай Кумар. Ваш муж преследует вашего сына, хочет его арестовать. Что случилось? Брат, присмотри за невесткой, мне нужно уехать.
Свет. Если ты можешь вспомнить сейчас всю свою жизнь с самого детства, то вспомни. Твои детские шалости, неповиновение отцовским требованиям. Видишь, куда они тебя привели. Сначала ты сбегал с уроков, а теперь ты бежишь от полиции. Сначала ты прятался за спиной матери, а теперь во всем мире тебе негде укрыться. Упрямый и капризный ребенок шаг за шагом докатился до тюрьмы. Теперь уже поздно. Нельзя вернуть детство. Нельзя тебя исправить и сделать честным человеком. Увы, поздно. Отдай мне документы. Нет. Эти бумаги я тебе не отдам. Послушай, Сурадж. Ты разорвал все родственные связи. Но если тебе дорога жизнь, ты отдашь мне дело этого преступника, Хавелирама. Нет. Для тебя и твоего закона он преступник. Но не для меня. Я ему многим обязан. Я не могу предать своего благодетеля. Вот как. Ты можешь предать закон. Можешь предать свою мать и веру своего отца. Ты способен предать свою жену и, более того, своего ребенка, который скоро родится. Да, с такими преданными людьми, как ты, не нужны предатели. В последний раз прошу, отдай мне документы. Отдай мне их. А я в последний раз говорю тебе, господин комиссар. Убирайся с моей дороги. Убирайся. А иначе что? Ты убьешь меня? Стреляй. Давай посмотрим, какого цвета моя кровь. Кажется, ты сделал свой выбор. Сурадж! Нет, Суман. Мама! Мама.
Дорогая. Брат. Всю жизнь я пытался предупредить тебя о таких ужасных последствиях. Но ты никогда не пыталась услышать меня и мою правду. В детстве родители закрывают глаза на мелкие проступки своих детей. Но наступает день, когда им приходится хоронить своих юных сыновей. Я пришел сюда, чтобы сообщить радостную весть. В нашем доме родился новый Сурадж. Да, сестра. Судьба отняла у нас одного сына и подарила другого, маленького Сураджа. Но только обещай мне, тот свет, который ты не смогла дать своему сыну, ты подаришь тому малышу. Ты должна выполнить свой долг перед Сураджем. Ты должна выполнить свой долг. На производственной базе ТПО «Ретмедиа».